Доброе утро, друзья! В эфире Родник ТВ. Сегодня наше третье мероприятие. Мы наконец-то собрались вывести мусор. Дожди закончились, коммунальные службы пошли нам навстречу и предоставили транспорт. Минут через 15 должна подъехать машина, чтобы погрузить и вывести из леса все то, что мы собрали. В общем, так, безусловно, это только начало, потому что очень много мусора осталось в воде. Еще есть на прибрежной линии очень много мусора и со стороны кладбища много мусора. В общем, убирать нам еще и убирать. Поэтому не сидите дома, погодка шепчет, присоединяйтесь к нам. После уборки мы, как правило, устраиваем наши экологические пикники, то есть усаживаемся за общий стол, каждый приносит что-то свое, бутерброды, колбаску, овощи, фрукты, и беседуем, общаемся, развлекаем друг друга какими-то шутками, байками, прибаутками. В общем, ждем вас. Мы каждую неделю собираемся здесь, на городской плотине. Анонсы мероприятий, время сбора и все остальное, как всегда, указано в наших группах ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Выходит расписание в Твиттере, в Инстаграме обязательно печатаю новости. Ну, естественно, на нашем сайте. И все ссылки на эти ресурсы вы можете найти внизу в описании под этим видео. Thank you.